За первый месяц 2016 года пассажиры Подмосковья, использующие для оплаты пассажирского транспорта карту «Стрелка», сэкономили более 14 миллионов рублей. Задача «Стрелки» – сделать поездку пассажира более выгодной и удобной. Выгодной ее делает система скидок. Стоимость одной поездки по карте снижается с 30 до 20 рублей, тогда как стоимость разового билета за наличные – 43 рубля. Всего за год реализации проекта «Стрелка» размер экономии на проезд составил более 140 миллионов рублей. Глава Ленинского муниципального района провел еженедельное оперативное совещание с руководителями муниципалитета и районных служб. В ходе совещания Олег Хромов обратил внимание руководителей коммунальных служб на необходимость своевременной обработки дорог и тротуаров реагентами в связи с погодными условиями. По окончании совещания участники возложили цветы к вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам на Аллее Славы в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В феврале состоялось собрание председателей советов многоквартирных домов. Участники собрания выразили понимание, что для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства требуется время и целенаправленная системная работа в данном направлении. Новым импульсом могло бы стать объединение усилий инициативных граждан, жителей муниципалитета. В феврале в соответствии с утвержденным графиком по адресу город Видное, улица Школьный, дом 77, с 10 до 13 часов будет вести прием граждан представитель Государственного юридического бюро по Московской области.